Добро пожаловать на домашнюю ферму белых дорперов. Сегодня 4 апреля 2022 года, и в этом видео я хочу показать наших животных. Наш юный помощник только что проснулся после тяжелой ночной работы по охране фермы. Началась весенняя линька овец. Овцам нравится, когда Гром помогает им избавиться от старой зимней шерсти. Он делает это аккуратно и не причиняет им вреда, так как живет с ними с детства, и они его любят, и он их не обижает в общем мир. Щетка помогает избавиться от старой шерсти. Сейчас после зимы будут проведены зоотехнические мероприятия по приведению овец в порядок, обрезке копыт, введению витаминов и так далее. Цель этого видео – показать, как выглядят овцы в начале линьки после зимы. Не так, как в рекламных роликах, где всех животных расчесывают и моют, а как они выглядят в реальной жизни. После нашей зимы, которая длится более 6 месяцев и температура воздуха достигает минус 43 градусов. Если у вас есть какие-либо вопросы, или вы хотели бы узнать больше о нашей ферме и овцах, пожалуйста, позвоните +7 912 853 52 70. Наша домашняя ферма расположена в России, Удмуртская республика, Камбарский район.